В Люберцах подвели итоги осеннего этапа экомарафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». Среди общеобразовательных учреждений первое место занял лицей номер 4. Победители экологической акции собрали рекордное количество ненужной бумаги – 4,5 тонны. За такой результат руководству и сотрудникам лицея вручили дипломы и благодарственные письма. От себя лично и от администрации городского округа хочу вас поздравить с первым местом. В следующем году весной будем сажать на вашей территории деревья, те, которые вы выберете. Всего же во время экологической акции жители городского округа собрали более 12 тонн макулатуры. Бумажные изделия, картон и газеты отправят на переработку и сделают из них новую печатную продукцию. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.